Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Sober Vision. И не могу не сказать пару слов о том, как вели себя муравьи, которые находились на одной арене. А именно мы, как вы с вами помните, мы проводили футбольное соревнование FIFA 2018 между муравьев. Это видео, конечно, было более шуточное, но тем не менее, ребята, несмотря на то, что некоторые говорили, что, блин, я не люблю футбол, но все-таки большинству видео понравилось. И те ребята, которые не любят футбол, не увидели тех нюансов, которые происходили на арене. А именно, как же вели себя муравьи, находившись на одной арене. Как вы помните, мы использовали муравьев Компонотус Филах и Мирмикария СП. И, ребята, я снимал это видео с двух попыток. В первой попытке, ну, понятно, ребята, я взял краски, раскрасил арену, использовал зеленый цвет, ну и белый цвет. Вот, поместил я муравьев на арену, выкидывая постепенно по одному муравью на арену. Сначала, допустим, там Филах у меня были, потом у меня были Мирмикария. Но факт в том, что антипобег я нанес сверху арены. И, блин, ну, как обычно, филахи, они себя вели крайне неорганизованно. И они скопились, в принципе, возле антипобега в самом верху. И это видео мне не удалось заснять так, как я планировал. И поэтому филахи, они скапливались вверху. Они как-то вели себя более боязливо. Мирмикария в плане адаптации к новым условиям вели себя лучше. Намного лучше, чем филахи. Вот. И в принципе схваток никаких не было. Муравьи, ну небольшие стычки такие были. Но муравьи активно не вели противостояние. Что тоже интересно. Оба вида муравьев находились в стрессовых условиях. И, как мы видим, в принципе, они активных боев не предпринимали. Вот, в принципе, первый раз мне не удалось заснять то, что я планировал. И поэтому для второй съемки, ребята, я нанес антипобег прям по краешку арены, вот в самом низу, чтобы муравьи даже не помышляли забраться куда-то выше, а все находились в зеленой зоне на площадке. Вот. И во втором видео, которое я снимал, и которое, в принципе-то, и вышло в виде FIFA, ANS FIFA 2018, мы видим, что также муравьи с обеих сторон не предпринимали активных попыток к противоборству. Вот, хоть они находились, в принципе, в замкнутом пространстве, они, бывало, были какие-то стачки небольшие, вот, но всего лишь один раз, и это вы видели в футбольном матче, муравьи вступили в активный клинч. И тут, ребята, проявились свойства Мирмикарии наилучшим образом. Мирмикария действовала командно. Обращаю на это внимание, что Мирмикария, один из муравьев Мирмикарии схватил Филаха. И, в принципе, дальнейшая задача, как обычно они поступают с тараканами, сводилась к тому, чтобы зафиксировать добычу. И все филахи, извиняюсь, ребята, все мирмикарии подключились к этому противоборству. Все мирмикарии, абсолютно, они сразу увидели, что один из их сородичей захватил противника, и все подключились, все хватали его за все, что только можно, и просто удерживали, так как они обычно поступают при сопротивлении с тараканами. Это прекрасно видно на видео. И здесь, ребята, видна командная работа филах, командная работа мирмикарии. Опять я пытаюсь сказать филахов, но, к сожалению, это, ребята, не подтверждается. Филахи, как и многие кампы, они действуют очень некомандно, к сожалению. Даже видно, я надеюсь, что я в ближайшее время сниму видео про кормление филахов. Видно, как они охотятся на тараканов, но здесь не видна командная работа. Здесь работают одиночки, буквально вот одиночки. Это нельзя сказать про Мирмикарию. В кормлении Мирмикарии, вот недавнешнем видео, которое выходило про нее, там видно хорошо, что Мирмикария действует командно. Они захватывают таракана, его удерживают, другие там уже потом начинают брызгать кислотой. В общем, видна командная работа.
У компонотусов, а конкретно у филахов, это, к сожалению, не видно, ребята. И вот здесь вот я хочу обратить внимание именно не на тот футбол, который был шуточный, шуточная озвучка там. Ну, конечно, ребята, на мой взгляд, это было весело, это было в тему. Но здесь, в этом видео, я хочу ваше внимание обратить именно на то, как вели себя муравьи на арене. Я не знаю, я раньше, в принципе, встречал про то, как муравьи в домашних условиях ведут себя на одной арене, только на канале Ants Country. Когда там, в общем, муравьи, несколько колоний, находятся в одном в таком большом природном формикарии. И там видны какие-то взаимодействия муравьев. Здесь же они были в стрессовых условиях, но они не находились на одной арене. И в принципе, таких каких-то грандиозных стачек не было. Да, муравьи там огрызались друг на друга, но действия именно какие-то очень агрессивные, спланированные мы не видим. Видно то, что муравьи заняли две половины поля. Это очень удачно вышло. И как раз можно было хорошо озвучивать футбол, что филахи находились в левом углу, мирмикария находилась в правом углу. И в принципе, видео, на мой взгляд, получилось очень веселым, что одни обороняли одну сторону, другие находились с другой стороны. И опять же, ребята, я подчеркну действия мирмикарии. Действия, на мой взгляд, были командные. Ну а филахи, они, в принципе, действовали очень разрозненно, вот. И поэтому, на мой взгляд, они и проиграли. Несмотря на то, что это, в принципе, случайность, это просто теория вероятности здесь работала, но мирмикария, тем не менее, выиграла. И в этом, я думаю, что причина этому именно командная работа мирмикарии. Ребята, вот, в принципе, все мои мысли, которые я хотел рассказать по поводу этого поведения муравьев, которые находились на одной арене. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписаться на канал. Сейчас у нас следующее видео будут очень интересные. У нас, в принципе, мирмикарии можно открывать третий модуль. Ну, а наши любимчики, как ни странно, любимчики, это муравьи Лазиус Флаус. У них, наконец-таки, можно открыть второй модуль. Наконец-то это совершилось. Наконец-то эти муравьи смогли развиться до той степени, когда им пора открыть второй модуль. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.